находимся в Демой. Немножко проезжаем по Демойну. Есть возможность снять немножко. Давайте проверимся. Я еду по 235-му хайвею. Это такой междугородка. Столица — это Айовы, наша столица, штат, в котором я проживаю. И я вам скажу, что этот город очень красивый, очень чистый, очень зеленый. Я очень люблю Демойн, красивый город, спокойный. Поэтому вообще мне нравится все насчет этого штата, насчет штата Айовы. Когда-нибудь найду возможность проехаться по центру города, но это надо своей машиной ехать, маленькой, потому что в такой махине, как я, это невозможно по центру города ездить. Поэтому я постараюсь когда-нибудь просто проехаться по центру Демойна и поснимать там все. Тоже достаточно интересно. Этот город очень молодой, потому что раньше была столица Айовы, это Айова Сити. Потом сделали Демойн. Но этот город разрастается очень быстро, кстати. Даже за год, за два, вот сколько всего поменялось. В плане расстроилось очень много. Много всего. Неплохой городишко. Опять-таки камера не захватывает с правой стороны, остается весь центр города. Уже что есть, то есть. Как я и сказала, я постараюсь когда-нибудь проехаться и поснимать центр.
Take exit 137 on the right to I-80 East, then keep right. Exit 137 on the right to I-80 East, then keep right. Be in the right lane. Красивый день сегодня, хотя и прохладно, но красивый денек. Солнечно, светло. Красивая осень, да? Так, еще 2 часа ехать, но я два часа не буду ехать, еще так часик прокачусь и буду съезжать. Достаточно на сегодня. Достаточно.
наглая сидит здесь на коленях у меня и рассматривает машины. Вот так вот собаке везет, а? Мои собаки путешественники. Повезло. Повезло с мамой, да? Еще окрестности Демойна. Прощи, уже мы его проезжаем. Демойн очень большой город, разбросанный город, поэтому много разных районов здесь есть, как и в любом большом городе. Мы сейчас на хайвее 80. Это хайвей, она едет к Айва-Сити. Вот этот, на этом хайвее есть большой трак-стоп, самый большой в мире, да, его считают. Я не знаю в мире, но в Америке, наверное, да. Я думаю, там остановиться на ночь, кстати. Будет нормально. Там кушать очень много разных всяких. Я, может, даже сегодня там похожу, поснимаю немножко. Если будет возможность. Не обещаю, но, может быть, если будет желание, возможность. Мне нужно ключ запасной сделать к этой машине, а там это делают. Может быть, я вам сниму, уже не будет интересно. Этой темой.